Добрый день, дорогие друзья! В прошлый раз мы уже говорили о своеобразной группе тел Солнечной системы под названием кентавры. Они имеют гораздо большие размеры, чем кометы, и начинают проявлять кометную активность только при подходе к перигелию, точке на орбите, ближайшей к Солнцу. Их орбиты не являются стабильными, но становятся крайне хаотичными, быстро развивающимися и непредсказуемыми. После орбитальных возмущений, вызванных Юпитером и другими газовыми гигантами, кентавры могут в конечном счете столкнуться с Солнцем или планетой, или быть изгнанными в межзвездное пространство. Существование многотысячного числа гигантских комет таким образом представляет гораздо большую опасность для жизни на Земле, нежели астероиды. Известно уже почти 400 кентавров, и предполагается, что существует около 44 тысяч кентавров размером более 1 километра. Что касается собственно комет, для начала нужно заметить, что земляне имеют относительно недавний опыт соприкосновения с кометами. В 1910 году Земля, двигаясь по орбите, пролетела сквозь хвост кометы Галлея. В результате ни малейших изменений в составе земной атмосферы не обнаружено, поскольку, как говорилось в нашем предыдущем ролике, вещество хвоста кометы находится в крайне разреженном состоянии. Вторым случаем было Тунгусское событие, которое произошло в 1908 году в Сибири. Исследования этого события начались лишь в 1920-х годах. Лес оказался повален на площади более 22 тысяч квадратных километров радиально от эпицентра. Но в центре некоторые деревья остались стоять, однако без ветвей. Большинство леса выгорело. На месте происшествия не было обнаружено ни кратеров, ни значительных остатков тунгусского тела. Лишь в торфе обнаружили мелкие оплавленные шарики силикатов и магнетита. Одной из правдоподобных версий является возможность падения и взрыва над поверхностью осколка кометы. В 1978 году словацкий астроном Любар Кресак высказал теорию, что Тунгусское событие может быть вызвано фрагментом периодической кометы Энка. Кометы имеют сильно вытянутые орбиты, которые часто проходят близко к Земле или других больших тел Солнечной системы. К тому же орбиты сильно изменяются, когда кометы приближаются к Юпитеру. На протяжении тысячелетий каждый спутник и планета могут оказаться не в том месте и не в то время на своей орбите, чтобы пострадать от сильного удара. Следует отметить, что ни один человек в течение последних тысячи лет, как известно, не был убит метеоритом. Метеорит – это прошедший через земную атмосферу твердое тело космического происхождения, например, осколок кометы или астероида. Шанс человека быть убитым метеоритом очень мал, но риск возрастает с увеличением размера воздействующей кометы или астероида. Наибольший риск связан с глобальными катастрофами в результате воздействия объектов размером более 1 километра. Согласно НАСА, нет ни одного астероида или кометы, находящихся на пути к столкновению с Землей в ближайшие несколько сотен лет. Хотя существует неизвестное число долгопериодических комет, считается, что астероиды, а не кометы, представляют большую потенциальную опасность. Астероид или комета будут угрожать крупному городу где-то в будущем. Очень маловероятно, что это произойдет в этом году, но когда-нибудь это произойдет. Потенциальный ущерб будет иметь катастрофическое последствие. Если разумно предположить, что выявление долгопериодической кометы произойдет на расстоянии около 5 астрономических единиц, то с нашим нынешним развитием технологий, по-видимому, мы не имели бы способа избежать катастрофы столкновения. К счастью,
вероятность такого события очень мала. Итак, дорогие слушатели, сегодня мы ввели вас в курс дел касательно кометной безопасности. Многие астрономы, тем более американские, европейские, японские космические агентства, следят за небом, отслеживая различные космические объекты, чего и мы желаем от своих слушателей. Не забывайте подписываться на наш канал. Удачи!